Тут это кружево, которое вчера было на темно-коричневом фоне, сегодня оно просто на крафт бумаге. Вот эти вот листочки, заправленные под, ну, под листок с инициалами, да? Поскольку предполагается, что это учитель математики, то здесь вот я поставила цифры, здесь такие вот, видно как бы формулки, здесь также цифры, надписи. Вот это конвертик, у него такой замочек интересный. А вот, а здесь открытка. Открытка для учителя математики. Вот такая вот она. А здесь также положила, ну, под старину состаренный листок бумаги в клеточку. Ну, руки математики в клетку пишут, да, в тетрадях. Ну, вот здесь вот формулки, здесь цифры. И здесь можно написать большое-большое пожелание, как от родителей, так и от самого ученика. И вот так. Первый пошел, как говорится. Вот здесь кармашек не один. То есть к открытке можно что-то еще туда положить при желании. Письмо или денежный подарок. Это уже на усмотрение дарителя.